Сколько не разбираем ситуации сложных переговоров, по-прежнему утыкаемся в один важный феномен. Что на самом деле подавляющее большинство сложных так называемых переговоров – это просто неумение правильно управлять, создать нормальный переговорный процесс. Не так вошел, не та повестка, не та сторона переговоров, не учел состояние оппонента и ты получаешь все прелести так называемых типа сложных переговоров. Это просто нарушение правил управляемости переговорным процессом.